За транспортировку тел умерших в морг вернут деньги. Сегодня в администрации Абакана дали окончательный ответ по поводу ситуации, которая сложилась в городе с начала этого года. В одном из выпусков мы рассказывали, что с января на рынке ритуальных услуг появилась новая компания. Предприниматель из Ачинска начал брать определенную сумму с родственников умершего за то, что тело заберут и увезут в морг. Тогда в мэрии пояснили, что эти затраты оплачивает городская администрация, и никаких денег с людей за данную услугу взиматься не должно. Но предприниматель стоял на своем. В итоге, после нескольких встреч, сторонам удалось договориться о возврате. И теперь всем, кто оплатил квитанции, нужно лично обратиться в офис ритуальной службы на складской 7К/1. А если деньги все же не вернут, тогда об этом следует сообщить в Управление коммунального хозяйства и транспорта Абакана. Еще раз отметим, речь идет только о возврате суммы за транспортировку тела усопшего в морг.